одно лицо. Дарина, Лена, это ваша подружка Аня. Аня на твоем месте. Будешь стоять здесь. Значит так, сегодня я ваш главный. И вы за все ответите. Все ясно вам. Готовьтесь, Дарина, ты мне не давала списывать. Лера, а ты с мной не ходила на свиданку. Аня, а ты просто так за компанию. Быстро убирай на место. Да, хорошо, хорошо. Давай быстрее, ты занимаешь учебное время. Да все, я уже почти убрал. Я все. И полгода не прошло. Значит так, достаем тетрадки, начинаем записывать тему урока. Землетрясение. Вот и хорошо. Значит так, есть 6 видов возникновения землетрясений. Первое. Тектонические. Второе. Вулканические. Третье. Обвальные. Четвертое. Техногенные. Все пишут? Да. Пишут, пишут. Пятое. Искусственные. Море трясения.
Закончили? Молодцы. Значит так. Тектонические виды землетрясений происходят из-за движения тектонических плит. Вулканические землетрясения происходят из-за вулканов, соответственно, да? Они слабые по мощности, но более долговременные. Обвальные происходят из-за сходов лавин и из-за грязовых оползней. Успеваете записывать? Успеваем. Вот и хорошо. Четвертое. Техногенные. Возникают из-за бурения газовых нефтяных скважин. Пятое. Искусственные. Возникают из-за испытания ядерного оружия. И шестое. Моретрясения. Возникают из-за столкновения тектонических плит на дне океана. И если это столкновение достигает 7 баллов, то возникает цунами разрушительной мощности. Успеваете записывать? Да, успеваем. Вот и отлично. А дальше я вам расскажу про шкалу, которая измеряется мощности землетрясений. Она называется шкала Рихтера. Значит так, от 1 балла до 3. Это слабо заметно, люди, как правило, не замечают, его фиксируют только приборы. От 3 до 5 баллов. Это уже ощутимо и на улице, и в зданиях, но как бы разрухи оно никого не дает. Это тоже надо записывать. Дальше. От 5 до 9 баллов появляются трещины в зданиях. Если старое или ветхое какое-то здание, оно разрушится. От 9 до 11 баллов появляются трещины в земле шириной до метра. И, соответственно, 12 баллов, это максимально, да? Это полная разруха. О, парень, что там, спишь на моих уроках? Не, я запишу. Так, от 9... Смотри мне, я тебя в конце урока переспрошу. Значит так, записываем правила безопасности во время землетрясения в школе. Правило первое. При землетрясении, если вы находитесь на уроке, вы должны аккуратно построиться и проследовать за учителем к ближайшему безопасному выходу. Второе. Если же вы находитесь не на уроке, а на перемене, в коридоре где-то, где много людей, вы должны в первую очередь не паниковать и покинуть так же самое школу в ближайшем безопасном выходе. Третье. Когда вы уже покинули учебное заведение ваше, да, вы должны построиться в специально отведенном месте, в безопасном, подальше от зданий, и устроить перекличку, так чтобы понять, кто остался в школе, а кто успел выйти. Успевайте записывать. А репетиция будет выхода? Нет, сегодня этого не будет, для этого есть специально отведенные дни, там мы будем тренироваться. Значит так, дети, а теперь к вам вопрос. Кто знает, а куда надо прятаться, если вы, допустим, не успели покинуть школу? Под парт, под учительский стол. Кстати, в шкаф можно спрятаться. Нет, неправильно. Вы оба не правы. Нельзя прятаться ни под парты, ни в шкафы, ни в коем случае. Надо вставать то ли вдоль несущих стен, то ли же в дверных проемах. Так это что значит? В дверях нужно стоять, пока все трясется? Да, но не каждый дверной проем безопасный. Следующее. Если вы все-таки упали под завал, то в первую очередь ни в коем случае нельзя паниковать. Надо держать себя в руках, да, и подавать какие-то сигналы о том, что вы, ну, где вы находитесь, да. Там можно железом стучать по железу, либо же, если камни у вас есть, там по бетонным плитам стучать. Ну, так, чтобы вас спасатели нашли. А лучше всего кричать, тогда тебя точно услышат и найдут. Правильно, молодец. А вообще, в принципе, мы находимся в таком регионе, где не происходит землетрясений. Это так, просто чисто формальность, что вы должны это знать. Дети, вы чувствуете толчки? Кажется, это землетрясение. Точно, землетрясение начинается. Нет, что нужно делать? Бежать! Ура, Николай! Все неправильно сделали. А ну быстро, хватит!